Тоже наша прогулка. Я по тропу поднимался, как всегда. У меня в кабине место есть свое. А в тот день у нас был рейс на Краснодар. А у входа я увидел вдруг ее. Молодая стюардесса в первый раз с нами в рейсе как-то раньше не встречал. Долбанул по мне дуплет прекрасный глаз. Я споткнулся и чуть с трапа не упал. А она лимончик в чай улыбнулась невзначай. Я подумал, как же хороша стюардесса. Прям хоть воду пей с лица. И смутился, как пацан, только чего не помню сам. Молодые стюардессы сколько раз вы смущали красотой своей, и вдруг что-то ёкало опять внутри у нас, заставляя учащаться сердце стук. И запомнился мне давний тот полет тем, что думал я тогда весь рейс о том, что, конечно, первым делом самолет. Но девчонка обязательно потом. А на лимончик в чай улыбнулась невзначай. Я подумал, как же хороша стюардесса. Прям хоть воду пей с лица. И смутился, как пацан, только отчего не понял сам. Спасибо.